так говорите. Мы сделали вам укол. Скоро он подействует. Малыш, ты тут? Малыш, я приехал за тобой. Это я тут! Да как вы смеете врываться? Мартышки вы, что вы себе позволяете? Что вы себе позволяете? Взяли моего сына. Пошли, сынок. Мой пап, ты на чем ты чёрт? Да ё-моё, ну бери трубку. Ну, наконец-то. Привет, Наташ. Малой. Алечка, ты приехал, ну что, как ты? Наташ, ты, главное, не психуй, но тут такое дело. В общем, он... стал овощем. Чё? Каким овощем? Ну, глядя на его лицо, протухшим овощем. Алечка, ты вообще меня слышишь? Угу. Чё он делает? Флексит. Ты вообще понимаешь, что происходит? Да, Наташ, что опять ты начинаешь? В смысле опять начинаю? Твой сын стал овощем! Овощем! Да он всегда им был, что ты паникуешь? Нервные клетки нынче не восстанавливаются, между прочим. Ну, конечно, самое время поговорить про нервные клетки. Я сплю. Так, все, выгони его в окно. Что ты такой будешь делать? Тетя Наташ, а Алик дома? Да, в соседней комнате. Если что, он спит. Ты там аккуратнее. Хорошо. От души? От души, душа на душу. Я рад, бро. Я очень рад. Ты же на меня не злишься, что я тебя оставил тогда? Злюсь. Ну, это временно. Бро, а ты что-нибудь помнишь? 50-50, то есть 50 на 50. Да? Ну тогда, если что, это не я твои часы разбил. Ты сам их разбил. Ты просто не помнишь. Ладно. Все тогда. Давай, бро. Давай. Пока-пока. И, кстати, ты мне 500 рублей задолжал. Ты этого просто не помнишь. Ну, ты же мой друг, ничего страшного. Можешь не сегодня, а завтра отдать. Все, давай, бро. Thank you.
Так, хорошо, начнем с простого. Сынок, ты ведь понимаешь, что ты Алик? Я Валик. Ты Алик. Я Валик. Ты Алик. Я Валик. Я Алик. Ты Алик. Я Валик. Сынок, ты Алик. Я твоя мама Наташа. Это твой папа Олег. Я Лунтик. Ну, конечно, самое время посмеяться, когда твой сын стал каким-то психом. Да, Наташа, хватит уже. Он всю жизнь был психом, ну. А папа вообще скунс. Так, чё ты, обидно? А на правду не обижаются, молодец, сынок. Скунцев тут развелось, господи. Джонни, мы тонем на корабле. Галя, спи уже. Наташ, пойди с этим психом разберись, ну. Да сколько можно уже? Да убери ты! Почему все считают меня психом? Я же просто пытаюсь всех развеселить. Наверное, мне придется уйти из дома. Так всем будет лучше. Алло? Здравствуйте, вы мать Алика Наташа? Да. Это из психушки. Мы провели определенные исследования и пришли к выводу, что ваш сын абсолютно здоров и не является психом. Скорее всего, мы ошиблись домом, когда его забирали. Всего хорошего. Олег? Олег, иди сюда, Алечка! Олег, он полностью здоров, иди сюда, Алечка! Алечка! Наташ, ты серьезно, что ли, выздоровел? Наташ, а где он? Ушел. Сейчас 3 часа ночи. Поблизости только лес. Здесь водятся волки. Наташ, только не нервничай, только не нервничай. Я его найду, слышишь? Я найду его, Наташ, Олег, не нервничай. Олег, сынок, сынок!